Друзья, привет! Канал движения существует больше 3 лет. Посмотрите, чего мы достигли. А вы готовы договориться? Да готов. Вот столько могу дать. Сейчас, подожди, я в частную машинку зайду. Типичная бумажка откуда-то появилась и передалась инспектору. Утренний заработок принят. Нормальненько. Ну, господин инспектор, сегодня мы с вами познакомимся. Сегодня у нас необычный рейд. Мы не ловим чиновников, мы не ловим ГИБДД, мы не ловим толпы обнаглевших водителей, которые едут по встречке или на красный. Сегодня мы ловим всего одного человека. И этот человек каждое утро едет по Севастопольскому проспекту на машине по встречной полосе. 5 лет подряд, в одно и то же время. Ему на все наплевать. И вот, пожалуйста, вот он, выезд. Тонированная машинка пошла по встречечке. Эта машина существует, вот она. Ребята из ГИБДД, смотрите, у вас каждый день на вашем участке вот такой вот наглец фигачит по встречке. Каждый день. Что это? Спаситель человечества? Супершпион? Это супернегодяй. Посмотрите, что он делает. Мы сегодня здесь с добрыми шипами. Почему? Потому что один выпуск вышел. Нам пообещали, что здесь исправится ситуация. Прошло 1,5 месяца, ситуация не исправилась. Поэтому мы здесь. Эй! Отличненько. Мы же показали ему знак. Да. Это хорошие тормоза у вас, я смотрю. Меня вот здесь где-то дня 3 назад чуть не сбили. Ну вот мы поэтому здесь и вышли. Я ехал в наушниках, там где-то на кочке оттормозился. И вихрь тормозов так сзади услышал. X5 уже прям вот догонял. Не белый, нет? Колёсики позлее поставьте, поострее. Хорошо. Ой. Ой. Стоять! А что это вы как негодяй ездите-то? N777. Не надо на меня наезжать, блин. Ты чё, блин? Опять Мерседес, что за фигня такая? Я там чистый новый чистый одел, ты чё? Блин, а он здесь... Чё, опять сбиваются? Да капец, блин. Чё это ты делаешь-то, ящер модный, ты чё, блин? Возможно, увидят его соседи, родственники. И скажут, что ж ты, Васенька, упырь делаешь, блин? Андрей, может, хочешь ему пару слов сказать? А вы зачем здесь? А? Вы зачем здесь? А вы кто? Я кто? Я Андрей. А? Я Андрей. Я Олег. Эй, ты что делаешь, да? Сейчас хочешь подъехать, да? Находится как блоки. Полиция, здравствуйте. Я преследую машину, в которой пьяный водитель. И там 2 пьяных человека. Информация от моего друга. Он их видел. 2 пьяные женщины. Здравствуйте, меня зовут Андрей Филин, я за последние 5 раз обращался в службу 02 по поводу пьяного водителя на Академической. Вот, может быть, кто-нибудь подъедет, я понимаю, что у вас план перехват, но реально пьяная тетка за рулем катается. Я за ними катаюсь уже 1,5 часа, не пл***, а все, срывается, блять. Да ёточка, давай, нахуй! Угу, да. Эх, женская сборная из Парагвая явно проигрывает в трассе. А мы снимаем, как здесь застревают машины, и потом люди в трамваях стоят по 40 минут, по часу. Угу. И просят немножко подтолкнуть ее бок. Нам кажется, мы не потянем.
Второй. Не очень подготовился спортсмен из Казахстана. Алкогольные рейды поснимать. Вы же не против? Что? Алкогольные рейды поснимать. Не против. Спасибо. А кто? Да. 401. Ну займись, распределение записать. Вот, я сейчас... Олег, ты куришь? Ну вот если он сейчас уедет, вот это будет шоу. Куда же он уедет? Ну, изгреется. Из этих клап еще никто не вырывался. Как сидит? Просто его отпустили. Он сейчас возьмет и сорвется. Ну да, он сорвется. Из этих клап еще никто не вырывался. Вот это да, и пьяный водитель уезжает. Я не понял, они только что буквально все рассосались. А водитель здесь? Вон он сидит в машине за рулем. Они ключи у него не отнимают. Ну, звони в 02, звони сейчас. Не возвращаем, да? Они сейчас направо повернули и будут прям... Нет, все, них не было, их не было. Смотри, уезжай. Ты что делаешь, ты? Машину, его отпустили. Спасать надо, бери спел. Тут непонятно, давай, поехай. Да. Отойдем, товарищи. Мы подтвердим, что это было необходимо. Сейчас ручник сразу, если четко ручник дернуть, если он сейчас проснется от разбития стекла, сразу ручник. А давайте зрители отойдут чуть подальше, пожалуйста. Да? Останутся только врачи и полицейские. Так, а может патрульные машины сзади его подожмете на всякий случай? Он заднюю включит, как понесется от вас. Он же вы будете оплачивать? Я не буду ничего оплачивать, вы должны обеспечить безопасность. Вот там сзади машины, или перекрывайте движение. Он может назад поехать сможет. А как, если у него скорость? У него драйв включит, передняя скорость. Он пьяный или обкуренный, вы сами сказали. Да. Он сейчас включит заднюю и поедет от вас, он сумасшедший. Понятно. Под чем-то? Я бы даже сказал, что он под чем-то, да, это вы правильно сказали. Работает уже 64-го работает. Листочек! Где-то он сиденье, дай, пожалуйста. Где-то вообще? Да. Хорошо, никто не выехал. Да. Не покосил народ. Вам плохо? Ну, как раз. На днях наш президент Владимир Владимирович высказал свое негативное отношение к сотрудникам полиции, которые не общаются с общественными организациями. Хамство на дорогах, создание угрозы для жизни людей должно пресекаться не только силой закона. Здесь важна принципиальная позиция всего общества. Поэтому прошу активнее выстраивать партнерские отношения с волонтерскими объединениями, общественными организациями, гражданскими активистами. Это, кстати, касается не только порядка на дорогах, но и профилактики преступности, коррупции, работы с людьми, которые могут быть втянуты в криминал, и по другим значимым острым вопросам. А общественные организации могли бы помочь. И он же сказал: общайтесь, сотрудничайте и боритесь с хамами на дорогах. Так вот же они мы, вот они мы, общайтесь с нами. За эти годы мы видели только начальника ГИБДД Москвы. Все, больше у нас контактов ни с кем нет. Ребятушки, мы готовы помогать. Мы готовы на наших дорогах обеспечивать и помогать вам обеспечивать безопасность дорожного движения. Мы открыты для общения. Welcome.